Вениамин Кондратьев на избирательный участок пришел вместе со своей семьей в первой половине дня. Голосовал губернатор и его супруга по месту жительства в станице Динской. От голоса каждого жителя зависит дальнейшее развитие России и края, отметил Вениамин Кондратьев. Будущее определяется сегодня путем выборов президента нашей страны. Я уверен, что мы выбираем сегодня и стабильность, и стабильное развитие и нашей великой России, и нашей процветающей Кубани. Наши дети пришли голосовать тоже с нами. А я уверен, и их дети придут голосовать с ними. Это очень важно на Кубани — сохранить преемственность поколений. Я в это верю. Верят мои дети, верят наши дети в то, что мы, взрослые, которые имеем право голоса, их не подведем. Губернатор края также проголосовал за проекты благоустройства территорий в станице Динской. Все они были представлены на избирательном участке в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».